Как проходит карантин? Карантин? Да. Что делаете? What you doing in карантин? Как ваше время проходит на карантине, ребят? Плохо. Да. Уроки задают. Очень красивая модель. Худенькая. Красивая. Серьезно. Вот. У нас для этого было. Тишина была. Этот час, вот мы говорим, что он вообще независимо, он никого не пускает дома. Всем привет, дорогие друзья! Я решила с детьми прокатиться к морю, прогуляться. За все время карантина мы сидели дома, никуда не выходили, кроме рынка, да, магазина. Я и дети в таких вот защитных масках от начала прогулки и до конца, пока мы не приедем домой. И, естественно, вот такие вот надеваем перчатки медицинские, стерильные, одеваем и гуляем в них по улице. Приезжая домой, мы их снимаем, выбрасываем. Не подскажете, как ваше время проходит на карантине, ребят? Плохо. Да. Уроки задают. Уроки задают? Онлайн нужно все делать. И что вы? Учитесь? Ну, как бы учимся, но тяжело. Приходится? Какой класс? Девятый. Как вообще? Довольны, что карантины? Ну и да, и нет. Да. Ну а вообще как время вот проводят вот школьники, да, вот старших классов? Уборка, стирка. Да. Уроки. Где-то гуляете, ходите в общественные? Ну да, вот с этой... Ходим. Не в общественные места вообще-то ходите? Какие-то там кафе, заведи? Нет. В библиотеку ходите? Нет. Нет? Чего, записаны там? Нет. Нет. Ну, у меня дома есть книжки, я ее читаю иногда, но А дома. Что читаешь? Психология. Какую? Роберт Чарли. Читаешь, да? Ну, все-таки за книги берешься, да, иногда? Ну, я, да. Молодец, правильно, читать надо. Потому что 9-й закончил. Колледж перешел, учеба строгая там, приходится что-то учить. Что после 9-го, какие планы? 10-11, да, понятно. Я колледж заканчиваю, потом в мореход, в море ухожу. В мореход, возможно. Да, капитаном сразу, да, так? Судоводитель. Судоводитель, да. А куда в мореходку? Херсонская. В общем, скучно, да, вам без школы, ребят? Да. Хотите в школу? Да. Я в колледж не хочу. А что без масок? Футболисты играют в футбол. Обычно в это время здесь намного больше людей. Сегодня у нас температура воздуха плюс 10, плюс 12. А можно узнать, здрасте, что у вас за порода? Можно посмотреть? Какой же ты красавец. У меня руки я обрабатывала. Он кусает? Нет. А сколько Главное, ему? Чтобы его не покусали. А, мы не в масках. Маска, сколько ему, скажите? Два. Какой он английский? Боже, ты красивый, ты такой красивый, ты такой красивый. Бульдог. Вот мы на него тоже смотрим. Прям же хорошо. Ну, мне нравится. Ну, здесь слюни сильно у него? Ну, как, там же такие у француза. А где он живет? Не, у него слюни нет, он просто по себе. Дом или квартира вообще? Нет, в доме, да? Ну, он у вас... Нет, слюни это... как думаете, просто у него нет. А так, только когда не думает. Вот это то, что вот льется, нет, у нас такого у него нет. Нет такого, да? Нет, конечно. Ага, живет в доме, гуляет тоже... по улице во дворе, да? Да. Ну, мы просто любим гулять, его выгуливать. Надо видеть у него... Сейчас слюна, это вот он, когда, допустим, сильно смыть хочет, или кто-то ему нравится, вот у него можно. А так слюни у него вообще нет. Ой, какой хороший. Ой, какой зимой. 2 года. Это считается малыш еще, да? Да, да. Они такие. Тут поздний год, они развиваются. Они позднего развития. Это вообще щенки. А где вы брали его? Скажите, пожалуйста. Это самая большая проблема, потому что у нас есть разборщики, ребята, которые... Защитник, как он? Вот ночью-то будет там лезть, тоже, чем в дом часто. Ну, смотрите, у нас для этого было. Тишина была. Этот час, вот мы говорим, что он вообще независимо, он никого не пускает в дом. А какая цена вообще, вот примерно? Тысяча долларов или евро? Доллар. Опять же, кто-то может захочет 800, кто-то захочет полторы. Сейчас на сегодняшний день в такой ситуации, может быть, и 700, и рассчитывайте на хорошую собаку, рассчитывайте на 1000 долларов. Дома сидим в основном. Что делаете? Чем занимаетесь? Кроме того, что гуляете возле моря? Смотрим фильмы дома, играем в игры. Играете в игры? Да. Книги читаете? Нет. В библиотеку записаны? Нет. Ну, когда-то был звонок. Все, удачи вам. Спасибо. Держитесь, масочки носите. Как проходит карантин? Карантин?
Да. Что делаете? What you doing in карантин? Что вам надо? Что вы делаете на карантине? Не понимаете? Я понимаю. Окей, ладно. Sorry. Where are you from? Афганистан. Афганистан? Да. What you doing in Ukraine? Да. What? You work? Куда вы work? На базар. Базар? Да, на базар. Что продаете? Сумки. Сумки? Да. Gucci, Dior? Gucci там на базар нельзя продать. А как базар называется? Jeep, это как называется? Jeep. Так, сумки продают. Дейге? Да. А, Dolce & Gabbana? Да. Круто. А где базар? На Харьковской площадке. А? Харьковский полосатый на 7 километр. 7 километр? А сейчас он работает? Нет, сейчас не работает. Закрыт? Да, закрыт. А до сколько времени, когда откроют? Не знаю, как делать. Не знаете, когда? У меня есть костюм Dolce & Gabbana. Да, покупали? Оригинальный? Угу. Покупали на 7 километре, да? Да. Давай маску одевай, пошли. Идем. До свидания. О, какой красивый кот. Кушай, да? Ох, какой красивый кот. Люди бегают, спортом занимаются, да? Конечно. Как время проходит на карантине? Супер. Чем занимаетесь? Бегаем. Правильно. Здоровье – это сила. Кофе и хот-дог. Кстати, здесь очень вкусный кофе. Мы покупали неоднократно. Здесь всегда большие очереди. Давай. Куда? Пойдем сюда? Да. К морю? Спустимся. Что ты делаешь? Что делаешь? Ракушки собираю. Ракушки собираешь? Молодец. Я на пляже нахожусь, людей могу показать, людей просто вот, ну, единицы. Я думаю, что можно ездить, одевать маски, брать с собой защитное средство. Хочу сказать, что гуляя возле моря, воздух, конечно, совершенно другой, нежели в городе. Вот, надышаться не можешь. Море, йод, свежий, чистый воздух. Конечно, где большое столпотворение, нужно просто избегать, уходить. Как водичка? Пробовал? Да, холодная. Холодная? Знаешь, я не люблю тёти, которые курят. Я тоже. Так красиво. Очень красивая модель, худенькая, красивая, серьезно. Проголодались, едем домой, будем сейчас что-то готовить вкусненькое. Для вас, мои дорогие подписчики, сниму новое видео. Давно я уже не выкладывала что-то на свой кулинарный канал. До новых встреч, всем пока. Пока.